Окружающая среда обеспечивает человечество всем необходимым для его жизнедеятельности и благополучия. Поэтому охрана окружающей среды, а также умение ею правильно пользоваться – одна из самых основных и важных задач перед человеком. Устойчивое управление природными ресурсами вносит непосредственный вклад в сокращение масштабов бедности, а значит и экономическому росту в целом. И для достижения этих задач ПРООН и ЮНЕП объединили свои усилия и запустили глобальную программу, инициативу «Бедность и окружающая среда». Ее основной задачей является интеграция вопросов бедности и окружающей среды в национальные и региональные программы развития. Первая фаза инициативы «Бедность и окружающая среда» была реализована с 2011 по 2014 годы. В этом году, в июне, мы успешно завершили первую фазу и в данное время приступаем к реализации второй фазы. В рамках первой фазы достигнуты хорошие результаты на национальном и на региональном уровне. То есть мы оказали поддержку в процессах стратегического планирования устойчивого развития в рамках глобальных инициатив по продвижению вопросов устойчивого развития. В рамках второй фазы мы будем продолжать начатую работу по основным направлениям. Основной фокус будет уделен региональному аспекту, то есть реализации, разработке стратегии устойчивого развития южных областей и Айлёкмөтү. По второму направлению мы будем работать с Национальным статистическим комитетом, Государственным агентством по охране окружающей среды по вопросам экономики и экологии. Для получения более эффективных результатов инициатива «Бедность и окружающая среда» тесно сотрудничает с правительством Кыргызской республики, проводит консультации с национальными партнерами по обсуждению результатов совместной деятельности, а также планов работы. Все инициативы, они больше обсуждаются и больше рассматриваются на национальном уровне. Но чтобы вот этот вот разрыв сократить, чтобы в регионах на местном уровне всерьез задумались об устойчивом, о выходе на устойчивую позицию в развитии с регионами, надо работать системно. Я думаю, что вот как раз в этом плане проект очень хорошо в первой фазе поработал. Наладилось такое партнерство, все госорганы ключевые, которые вовлечены, это вот Министерство экономики, Госагентство охраны окружающей среды, Агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений. При поддержке инициативы совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития для Кыргызстана был сформирован индикатор зеленого роста. Основными партнерами выступило правительство Кыргызстана в лице Министерства экономики, Национального статистического комитета и Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству. Это было очень эффективное взаимодействие. Почему? Потому что под одним зонтиком действительно собрались много ключевых вот таких партнеров, и мы получили действительно эффективное взаимодействие с Министерством экономики и с другими министерствами. Мы раньше работали на бумаге, то есть передавали друг другу документы на согласование, то здесь мы получили живое общение, в результате которого мы выявили и проблемные точки для себя, также как бы получили очень хороший вот продукт в лице дорожной карты, в лице руководства и в лице самой матрицы зеленого роста. В течение 3 лет инициативой ПРООН и ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» повышен потенциал сотрудников государственных ведомств, органов местного самоуправления, средств массовой информации на национальном и местном уровнях в области устойчивого развития и стратегического планирования. Для сотрудников пресс-службы журналистов проведен ряд мероприятий по вопросам освещения деятельности значимых для Кыргызстана проектов. Министерство и ведомства должны донести до народа те реформы, которые прописаны в национальной стратегии, и должны отчитаться и рассказать о том, что делается. Вот. И сегодняшняя цель семинара, на самом деле, это просто еще раз пройтись по национальной стратегии, по программе, по приоритетам, по реформам и, скажем так, сделать выводы, какие пробелы у нас есть, где мы успешно работаем и как мы эффективно можем это донести до регионов страны. Для получения максимальных результатов в борьбе с бедностью ПРООН и ЮНЕП намерен сотрудничать с другими международными организациями. Для этих целей начнется распространение опыта проекта японского агентства международного сотрудничества «JICA» «Одно село, один продукт» в Сусамырском Аильном округе. Первые шаги уже сделаны. Представители японского агентства международного сотрудничества посетили Сусамыр и поделились своим опытом в реализации проекта. I hope so, because this resources issue, we have abundant resources, then only remaining is effort of people and group making. That's why if this UNEP making groups are working well,
maybe achievement or result comes soon. Теперь перед ПРООН и ЮНЕП стоит другая задача – реализовать вторую фазу инициативы «Бедность и окружающая среда», рассчитанную на 2014-2017 годы. Ключевой целью второй фазы является более эффективная реализация политики в области развития, планов и бюджетов, которые сочетаются с устойчивостью окружающей среды и сокращением бедности. Понимаете, это все быстро нарастающий метод растет, поэтому… Для получения дополнительных знаний в Кыргызстан были приглашены международные эксперты, которые успешно реализовали подобные проекты в своих странах. Основная задача встреч – это обмен опытом, который будет полезен для дальнейшей работы инициативы «Бедность и окружающая среда». Такого рода мероприятия важны и полезны для всех сторон, говорят эксперты. Activities in Sosumi was very interesting, and certainly it was very encouraging to see the local community take such a strong ownership of their community natural resources and the access to the natural resources. And it's very important that communities feel that they have a strong ability to be able to manage their resources. Реализация инициативы «Бедность и окружающая среда» очень важна в решении проблем экологии и борьбе с бедностью. И сегодня в Кыргызстане этим вопросам нужно уделять особое внимание.